долгая такая случилась в этом году зима. Мне казалось, число вторников, заваленных безрассудным снегом, увеличилось вдвое. Всякий день приходилось начинать в ожидании шерсти, в ожидании середины тепла между морозом, вяжущим ресницы, и одеждой, расставленной по телу, как места по комнате. Маша. Маша, на Рождество ты подарила мне сказки Гофмана. Это была такая старая книга еще дореволюционного издания в кожаном переплете. Мы варили глинтвейн, курили траву и, надев вечерние платья, читали их нараспев, как древние заклинания, представляя, что мы ведьмы или же золотистые изумрудные змейки, дочки волшебника Лингорста. С Машей мы познакомились в Боткинской больнице. Я пришла туда сдавать кровь. Она сидела напротив меня в белом халате, очаровательно серьезная, словно колдунья, с иглой в руке. Я протянула ей ладонь, и после чего голова моя закружилась. Я почувствовала мокрую вату на пальцах, затем резкий укол, и стало вдруг темно. Уже после объятий на штыре я узнала, что была у нее первой, и как позже сложилась последней женщиной, у которой она брала кровь. Мы уже 2 года живем втроем. Мы снимаем квартиру на Старой Басманной. Оля. Ты сидишь, Оля, в самом конце вагона, глаза твои закрыты. Мы сидим и смотрим на тебя, не в силах отвести глаз. Волосы. Прикоснуться бы лишь к ним, словно к нотам, дрожащим папиросным дыму. Я достаю из Машиной сумочки маникюрные ножницы и, пошатываясь в ритм волнения поезда, подхожу к тебе. Быстрым движением я срезаю прядь с твоей головы, после чего пропадает во всем мире, во мне, в памяти верст, малейший звук, и наступает тишина. Ты распахнула взгляд, устремив его прямо на меня, и над всей Москвой взлетает, прорвав облака, филологически идеальный мат. Позавчера ровно 2 года исполнилось с того вечера. Странно, как-то нелепо даже все теперь получается. Снова мне оставаться одной. Снова тихо станет от стен на сердце. Черт бы побрал, Маша, твоего сомнительных побед лейтенанта с его кителем и остывшей от скуки комнаты на Дубровке. С таким вообще только контурные карты заштриховывать и вату сладкую кушать. Лучше уж тень сапогом пилить, чем с таким в постель. И чего тебе там искать? Не надо было вам, красавицы мои, так вот в один вечер все это мне рассказывать. Про учебу твою, Оля, я, кстати, давно уже знала. Умней только вот ты не станешь. Не тот там город, да и люди не те. А вот дни прошлые забудутся. Высоко сидеть будешь, далеко глядеть. Мне-то хоть раз рукой помашь, или уж на роду мне так написано, одной по воскресеньям полы смехом мыть. Дуры вы, красавицы мои. И чего вам дома-то не сиделось? Сегодня весь день будет утро. Во всем доме распахнуты окна. И дверные косяки, как паруса, наполняются весенним воздухом. Я хожу по комнатам в белой мужской рубашке, подметая рукавами пыль, танцующую на солнце, и расставляю по углам в чайной ложке полевые цветы. Сегодня такое утро. Мы все остались дома и никуда выходить не собираемся. Всем делам крикнули неспокойное «нет». «Уходите», — сказали им. «Гости непрошенные. Не такое вы время нашли, чтобы нас тревожить. Не слушать вам песенок наших заветных. Не глядеть вам на игры наши девичьи. Как решили мы, так и будет».
Замерли ладони каменные у нас на устах. Целоваться день-деньской станем. Катись, солнышко, вертись, колесница алая. Все тебе с рук сойдет, все святая вода. Не богу, так празднику тризну закатим. Так ногами затопаем, что земля задрожит. Горсть тебе, гордый город, горсть. Мостовые валятся тишиной подспудно. Краюху и хлебом мост развели, обними, красавица. Окрести копыта худого толка, как тебе избы заколотить, как оправиться. А ты злее и строже гляди из-под лобья на заводи. Все тебе с рук сойдет, все святая вода. Все тебе с рук сойдет, все святая вода.